И снова всем привет. С вами Сергей и обзор игры Раскопаева в поисках приключений 3 в ряд. Напомню, что это канал игры ВКонтакте. Итак, начнем нашу игру. Так, сразу приступим к 6 уровню. Играть. Итак, идет загрузочка. Итак, все, наше задание. Мы увидели наше задание. 8 ходов. Так. Нужно выбрать самый оптимальный вариант. Давайте уберем фиолетовые. Итак, мы смотрим, что же нам можно. Так, давайте уберем. Уберем. Оранжевый. Отличный ход. Ну. Чуть-чуть, конечно, нам повезло, убираем желтые. Ну. Снова не сильно. Зеленые, хорошо убирать. Зеленые, желтые. И осталось всего 4 хода. Еще. Давайте. Так, великолепно. Осталось желтые и оранжевые. Не оранжевые. Фиолетовые. Так, фиолетовые. Отлично. Желтые. Отлично. Осталось убрать одну желтую. Чтобы у нас нету ничего подходящего. Давайте попробуем убрать. Отлично. Есть, мы сделали. Мы прошли этот уровень. Было довольно-таки интересно. У нас даже осталось еще 2 хода, за которые мы можем. Давайте уберем зеленых. Смотрите, какая отличнейшая комбинация. Я скажу даже не то, что отлично, это супер комбинация. У нас убирается. Мы набираем 3 звезды. Огромное количество очков. Это было великолепно. Итак, выискиваем. Что нам убрать здесь? Нам 3, 4. Давайте попробуем убрать желтых. 4. Отлично. Замечательно. Все. И вот наша награда. Итак, этот уровень пройден, и мы переходим в следующий уровень. Так, следующий уровень — это уровень 7. Итак, начнем. Так, а так, продолжаем нам собрать артефакты. Ну, будем пробовать играть. Итак, у нас огромнейшее задание и мало-мало ходов. Что нам делать? Так, как же надо выбрать лучшие хода. Давайте попробуем. Нестандартно, увы, неправильно. Да, нестандартно получилось. Убираем синий, желтый. Зеленые нам не нужны. Красные. Давайте берем красный. Опять же, ничего хорошего у нас не получается. У нас нет огромных совпадений. Мы не можем набрать. Давайте попробуем желтый. Снова неудача. Так. Давайте попробуем брать зеленые. Отличный ход у нас. Наконец-то совпало много. Хотя они нам и не нужны, зеленые, но с помощью них мы убрали определенное количество ненужных нам. Итак, так. Продолжаем. Ну, давайте уберем фиолетовые, как нам советуют. Зря, конечно, ничего хорошего они нам не дали. Опять фиолетовые. Ну, давайте еще фиолетовые. Да, в этот раз, конечно, игра посложнее. Сдвигаем. Убираем, опять же, ненужные нам элементы, с помощью которых... Так, осталось фиолетовые и красные. Увы. Давайте попробуем. Отличный ход. Мы убрали красные. Еще красные остались. Фиолетовые камушки. Есть фиолетовые. Еще фиолетовые.
Отлично, ну где же наши фиолетовые? Фиолетовых не видно, что нам делать придется. Придется, давайте попробуем. Итак, все убирается, кроме фиолетовых. Вот они, наши последние три фиолетовых. И у нас осталось еще два хода. Итак, используем эти хода. Раз и. Я даже не знаю, какой следующий ход можно использовать. Вот у нас подсказочка. Используем ее и все. Уровень пройден. Итак, смотрим, что мы заработали. Всего-навсего один сарк тотем. Итак, я должен с вами прощаться. С вами был обзор для канала игры ВКонтакте. Всем пока, до новых встреч.